Доброго времени суток, уважаемые любители бокса. Сегодня на нашем канале интересный и очень, как вы видите, симпатичный гость. Екатерина Бивол, которая решила немножко отвлечься от баталий с любителями бокса с постсоветского пространства и рассказать много интересных вещей подписчикам и зрителям нашего канала. Привет. Всем привет, привет. Спасибо, что уделяешь время мне. Очень рада с тобой пообщаться. Ну, всегда приятно пообщаться с красивыми девушками. А если красивые девушки еще знают массу интересного из-за кулисья бокса, так это вообще просто повышает их уровень. В моих глазах на немыслимую высоту. Спасибо. Итак, ну мы все знаем, как ты познакомилась с Дмитрием. Вот эта история, аэропорт, самолет, взгляды, химия, номер телефона. Поэтому мы повторяться не будем. Первое, что я хотел спросить, ты сразу узнала, что Дмитрий боксер? Нет, сначала он мне сказал, что он занимается бальными танцами. Это меня немножко даже как-то расстроило. Но уже через 1-2 дня он сказал, что все-таки он в сборной России по боксу, что бокс — это его жизнь, вот у него есть большие цели, большие планы. А как именно он это сказал? Привет! Как дела? Я в сборной своей России по боксу. Нет, сначала мы просто обменялись телефонами в аэропорту, потом переписывались. У нас такая была первая любовь, наверное, у обоих, да, нам было по 16 лет. И я спросила, что ты здесь делаешь? Он говорит, я приехал на сборы. Я говорю, а какой вид спорта? Он говорит, бальные танцы. Через день-два я спросила, а партнерша твоя как вообще? Он говорит, потому что мне очень не понравилось, что это же, ну, парный вид спорта. Он говорит, да нет никакой партнерши, я вообще в боксе. Вот так и сказал. Я говорю, у меня много партнеров, но они не по этим делам. Да, 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 другие. Поэтому я выдохнула, думаю, все нормально. Ну, а как ты считаешь, это хорошо, что он был боксером? А не, допустим, баскетболистом или инженером, или кем-то еще? На самом деле, сложно про это сказать, потому что он тот, кто он есть. И, разумеется, отпечаток профессиональный, бокс на нем оставил, и физически, и психологически. Я могу сказать, что просто не хватило опыта мне и, например, там, моей маме, моим близким, друзьям. Я была очень юная, и никто, например, из моих подруг, родственников никогда не встречался, не жил с спортсменами профессиональными, тем более с боксерами. Но вот сейчас, за последние несколько лет, когда наши отношения сильно ухудшились, и мой психолог мне сказал изначально, а что ты думала, он же боксер. То есть есть определенные психологические нюансы, да, в каждой профессии, и вот бокс, он оставляет свой след, очень серьезный. Это неплохо и нехорошо, это то, что есть. И, к сожалению, не было у меня в то время знаний, чтобы как-то себя, может быть, от чего-то предостеречь. Сейчас они есть. И если моя племянница, которая у меня вот есть, моя любимая, ей 16 лет сейчас, скажет, что встречается с боксером, я скажу, ой, блин, ну вот, вот тут, на это обрати внимание, на это. Они, разумеется, все разные, но тем не менее, это люди с повышенной агрессивностью, это нужно понимать. Ну, я бы сказал все-таки в поддержку боксеров, что эта же агрессивность есть у любого человека. То есть человек сам, конечно, по себе, он агрессивный, конечно, но боксер, он же свою агрессию постоянно выплескивает в ринге. Да, а но обычный человек, который не занимается, он ее копит в себе, он может ходить там, а потом взорваться. Да? Не, но обычный человек, как он ходит там в зал спортивный, еще куда-то, есть разные способы. Я вот тоже, у меня тоже есть моя агрессия, я знаю, как с ней бороться. Но все-таки, если мы говорим про элиту бокса, про тех людей, кто в боксе там десятилетиями, все-таки после 30 лет психика у боксеров совершенно другая, потому что это очень стрессовая работа. Очень опасная. И ну, мало адекватных боксеров, правда, психически. Ну, как и в принципе любых людей. Но боксеры, да, при всем уважении, это адский труд. Я этот труд знаю просто изнутри. Все-таки, да, психологически они совершенно другие. Они не похожи ни на теннисистов, ни на баскетболистов. У них реально, они выходят в ринг, и они могут оттуда не вернуться. Поэтому это же самый опасный вид спорта. Поэтому нужно и понимать, нет, что по травмоопасности, я читал, это далеко не самый опасный вид спорта. А по смертности? Дельтапланеризм, альпинизм, конный спорт, мотогонки. Это более опасные считаются виды спорта.
Да, но видишь, все-таки в боксе именно такая агрессия идет от соперника, да, то есть это такой уникальный вид спорта, да, это... Я понимаю, что есть и другие виды спорта, тоже опасно, но все-таки бокс, ну вот, например, да, вот мы в боксе, у нас есть друг, который умер после боя, то есть все-таки, ну, в баскетболе таких случаев, не знаю... Ты имеешь в виду Максима Дадашева, да? Да, ну то есть это реально вид спорта, который вот, вот у нас есть личный пример, и есть еще много неличных. То есть были там кстати, бои. Немножко забегая вперед, я, когда вот эта история произошла с Дадашевым, я читал, кто-то из его товарищей по сборной якобы дал интервью, но там без имени, и сказал, что ему еще в любителях запретили заниматься боксом, потому что нельзя было пропускать удары по голове. Или это фейк? Ну, были такие разговоры, да. Что-то такое было. Я не буду утверждать со 100% уверенностью, но так как я была в то время, так как Дима очень принимал огромное участие, и помогал очень сильно вдове Лизе Дадашевой, с сыном мы до сих пор общаемся, зовем на праздники детские друг друга, она нас, мы ее зовем. И Дима принимал огромное участие, он в этом плане настоящий друг, товарищ, то есть они поставили памятник, вот даже как бы это помню, и сразу и мурашки по телу, потому что было тяжелое время, в 2019 году это все было. Это была жуть полная. И Дима как раз-таки очень сильно помогал и с переводом денег, и с памятником. И нужно было достать из сейфа в Штатах банковской ячейки. Лежали кольца их обручальные. Эти кольца он мне отдал, потому что приехал, уехал. Так вот, там Лизе передашь. И, в общем, мы были... Я была из-за Димы непосредственным свидетелем всех этих вот событий. Там, тело... нужно было забрать, его не могли забрать, вот этот весь ужас. И да, была такая информация, что у Максима были проблемы со здоровьем уже давно, не знаю, насколько вот серьезные, но что-то было, вот. Просто я считаю, это же никогда не бывает просто так на пустом месте, это всегда имеет накопительный эффект. Безусловно, но бокс... Нет такого, что человек здоровый, а потом раз, и у него да, резко... Да, но ты же понимаешь, что в боксе, особенно на таком уровне... И Дадашев все равно был на хорошем уровне, да, не чемпион мира, но он был президентом. Но пока он удары не пропускал, все было прекрасно. На самом деле он всегда пропускал. Не от таких нокаутеров, как Матиас. Да, то есть, как бы, ну, я просто тебе могу сказать, что в боксе нет здоровых людей, в принципе. После 20 лет... Говорят, назад... вообще нет здоровых людей, в принципе. Да, ну а в боксе они прям сильно нездоровы уже после 20, а там уже по 30 лет было. То есть, понятное дело, что тело изнашивается, и... И изнашивается и психика тоже. То есть это, ну, как у всех людей, но у спортсменов это просто быстрее. Ну, к вопросу здоровья мы вернемся чуть позже. То есть ты бы, вот если нас смотрят молодые девушки, ты бы посоветовала с осторожностью выбирать как бы молодого человека, если он боксер, да? С одной стороны, да, но и нет. Вот я просто понимаю, что такую вещь поняла, вот лично сама, что вот сейчас, когда я как бы свободная девушка или почти свободная, ну, я, там, не, это не, хорошо. Ну, я про то говорю, что я сейчас не собираюсь там выходить замуж, там, ну, я только недавно развелась. Для меня очень важные качества – это чтобы мужчина был добрым. Вот сейчас я бы смотрела, пусть боксер, пусть кто угодно, но добрый. Вот я считаю, что Усик добрый. Вот я вижу, как он общается со своей женой, и мне кажется, что он добрый. Я могу поэтому тебе возразить на это. Мы же все в свое время, вся страна видела, как Дмитрий Бивол общается со своей женой. Они выглядели очень добрыми. Нет, это не так. Нет? Сам тот факт, что Дима очень замороченный человек, который не пускал меня не только на арены смотреть его бои, а даже смотреть онлайн. Он очень замороченный. От чего? Может быть, от неуверенности в себе, может, какие-то установки детства. Но Усик, он не замороченный. Его жена с ним в ринге. И, честно, когда он выиграл вот Фьюри, у меня текли слезы. Потому что я смотрела на его жену, я как бы не подписана на нее, но бывает, что когда какие-то такие яркие бои происходят, я захожу на страницу, вот, ну, она тоже Катя Усик, да, и смотрю, и прям текут слезы от их радости. Вот, то есть я считаю, что первое, на что нужно смотреть, это добрый мужчина или нет, а потом уже на профессию. Но нужно и понимать, что если ты выбираешь жизнь боксером, если это... Опять же, да, кто знал, что Бивол станет таким великим чемпионом? Знала я, и все про это говорила, но все-таки, да. Помнишь, был такой советский фильм «Москва слезам не верит», когда говорит, вот бы за генерала выйти замуж. И говорит, ты выйди сначала за лейтенанта, да. Поезди с ним по гарнизонам, значит, для начала там 20 лет, а потом уже говори там про генерала. Да, дело в том, что мне было очень приятно, когда
после боя с Канело мне писали люди, которые видели. В общем, я занималась такой странной вещью, когда Дима был в сборной и поджимали его. Об этом, конечно же, еще мы, наверное, с тобой обсудим эту тему. Но говоря про то, что он стал-то в итоге великим, реально. Я регистрировалась на сайте Федерации бокса под ненастоящими никами, там типа Ольга там или что-то. Почему-то все время я была Ольгой часто и писала в защиту его, когда там писали, вот Бивол там, да вообще это не то. Я писала, нет, вот Бивол, он самый лучший. То есть, да, тогда, когда я всем говорила, что он лучший, мне говорят, ты сейчас с приветом. А теперь, когда он лучший и великий, мне говорят, что с приветом я. Ну вот такая жизнь. Вот это поворот! А кто-нибудь бы тебе возразил, говорит, вот ты говоришь, что боксеры, они плохие, что у них с психикой, но ты же жила только с одним боксером. Может быть, это просто как-то, говорит, нерепрезентативная выборка? Ну, я согласна. Ты не можешь судить за 100 боксеров, конечно, за 1000 боксеров. Как и про всех сказать. То есть статистически неправильно смотреть на одного Билла. Надо взять подборку, там, 10 тысяч боксеров. Я не могу сказать со всеми боксерами, простите. Да. Я тебя не подзываю. Я скажу одно. Я с боксерами, я в завязке, все, пожалуйста. Понял. Там есть, конечно же, желающие, но нет, только не боксеры, пожалуйста. Уважаемые товарищи боксеры, вам здесь ничего не светит. Ну, кстати, бойцы вот еще можно. А ты думаешь, что это принципиально как-то отличается? Нет, я просто шучу, конечно, нет. Ты имела в виду бойцы ММА? Ну, я же сейчас тут на хайпе. Я прихожу, вот я про это читал. Я просто прихожу, я не на хайпе, но я прихожу в их дом поесть. Поэтому, да, я... Ну, то есть увидеть тебя в октагоне мы не сможем? Кстати, не знаю, мы недавно там были и думали, может, мы с Яной подеремся, с Тарасовой Яной, да? Вот. Я говорю, ну, давай только, я тебя буду бить. Это жена Артема Тарасова? Да, вот мы близкие подруги, вот, соседи в Питере. И соседи здесь тоже, я с ней очень близко... сдружилась прям невозможно близко и с ней, и с Артемом, но с ней просто моя сестра прям. Буду за тебя болеть, если такое. Ну да, я говорю, я чисто масса ее. Она маленькая? Она не маленькая, но она более стройная, скажем так. Я понял. Следующий вопрос. Вот когда ты уже поняла, что вот у вас серьезные отношения, что вы будете жить вместе. Дмитрий думал о чем-нибудь, чем он будет заниматься в жизни, или только бокс? Только бокс. Он себя не мыслил без бокса. И даже была такая установка, что если нет бокса, то нет нас. Это, видимо, Исаев, ты его тренер, ему привил это. Он тогда очень много вел с ним психологические беседы, со мной тоже. То есть была такая установка, что вот если с боксом все хорошо, тогда у тебя и по жизни все хорошо. У тебя есть и девушка, там, и машина, там что-то еще у тебя есть. А вот если с боксом все плохо, то у тебя везде все плохо. И с этой установкой мы, наверное, так и прожили 16 лет. И это абсолютно неправильная установка для отношений. Потому что я была бы с ним, я была с ним при любом раскладе. И у нас был с ним такой случай до нашей свадьбы, буквально там за полгода до того, как он сделал мне предложение. Я очень хотела замуж, я этого не скрою, мне прям было это очень важно, почему-то, не знаю. И он мне сказал, Кать, а если я просто буду обычным тренером, и будет у меня зарплата в 30 тысяч рублей? И я ему сказала, Дима, ты не будешь. Я говорю, ты будешь великим чемпионом. Но я была абсолютно фанаткой его. Он говорит, ну а если буду? Ну я говорю, ну если даже будешь, то пофигу, но ты не будешь. То есть он себя мыслил только боксером, и либо там что-то около бокса, да, там, если он совсем не удастся, в общем, это... Но вообще всегда он думал только про бокс. А как ты... Сейчас, конечно же, уже там вкладывал деньги, но все равно он боксер до мозга костей, вот правда. А вы дома о чем-нибудь разговаривали, кроме бокса? Или наоборот, вы бокс оставляли там, то есть за закрытием? Нет, я думаю, большая ошибка наших отношений, что мы постоянно говорили про бокс. Он будто, это был вот третий лишний, постоянно. А последние годы мы даже были больше, я была в Team Bivol. Поэтому, когда мне говорят, ты не работала, во-первых, я работала, и у меня даже есть ИП для этих дел, до сих пор есть, то есть Bivolware было на мне, частично, да, там был уже другой человек, кто этим занимался, но тем не менее, я принимала участие, вот, то есть я была... Извини, чуть перебью, то есть ты можешь, допустим, взять, организовать производство, продавать футболки Bivol Team? Ну, смогла бы, я, конечно же, там были другие участники тоже, я не говорю, что я это делала одна, но я была у истоков, ну, то есть
Я была в Team Vivo. Было много случаев, когда... Это сейчас как бы у Димы большая команда, там, пиарщик. Даже нет, даже нет пиарщика, но есть те люди, которые там отвечают за Инстаграм. Было время, я помню, я родила второго сына, экстренное кесарево, и утром лежала под капельницей, и я переводила текст Диме, потому что 23 числа февраля у него был бой, а я родила на 5 дней раньше, и он обратился с просьбой. Тогда он еще не был чемпионом мира, он им станет через 9 месяцев как раз. А он же вроде говорит по-английски достаточно свободно, насколько... Ну, это был 17-й год, тогда это было не так. Да, если честно, да, даже сейчас он вряд ли переведет текст по-нормальному. Вот. Да? Да. Конечно же, его английский стал лучше, но мы говорим про 17-й год, да, то есть уже, как бы, разумеется, там, в 20-м году, в 21-м уже команда становилась больше, но я была у истоков, и я... Кто-то говорит, это фигня, что там, как бы, текст перевести. Ну, ты просто поживи так. Ты поживи с женой боксера, ты все поймешь. Да и, в принципе, женой любого человека, у которого есть большая цель. Врач, я не знаю, кто угодно. Это же люди, фанатики. Если ты гениален в своей работе, ты же не справляешься с другими вещами абсолютно. То есть Дима, например, он не мог... До сих пор не может, потому что постоянно опаздывает на встречи с детьми часто, он не может до сих пор рассчитать свое время. Он ну такой, зачем вот, успеем? А ты опять меня разочаровал. Сначала я узнал, что он не может заваривать себе чай. Да. Теперь оказывается, что он не может прийти вовремя. Он может, он не хочет заваривать чай, он может, он не хочет. Я Нет, правда, он был таким человеком, почему про чай это вылезло, да? Например, я делаю ему завтрак, это уже классика. Это же стало мемом уже. Да. Да, три яйца и каша. Вот я, например, сделала ему завтрак на столе. Я уже там одного сына там в школу, другого там в сад. У меня какие-то, у меня еще хоккей этот вечный, детский. И я ему не подала. Вот почему-то я часто забывала вилку с ложкой, вот приборы. Он сидел, и он стучал пальцами по столу. Типа, конечно же, это было не всегда, но за последние вот годы, там, 22-й год, даже 21-го, он такой, блин, Кать, ну ложку дай. И я такая, а, хотя что тебе стоит? И я при этом, ну я занята, я там кофе делаю, я там что-то убираю. То есть он правда абьюзер, ну это правда. Понял, ну к абьюзу мы вернемся чуть позже, а пока про любительский этап его карьеры. Ты сказала, что его поджимали в сборной, что ты имела в виду? Ну, то, что постоянно мешали ему пробиться Московская область, которая поддерживала Чеботарева Артема и Никиту Иванова. Вот. Сначала с Чеботарева были сложности в 75 килограмма, Дима его выиграл. Но тогда стал вторым на России. Артем Чеботарев стал третий, а Коптяков Макс стал первым. И в итоге должны были Макса отправить на мир, Диму на Европу. Мы сделали как? Отправили Макса на Европу, который он выиграл. Отправили Артема на мир, где он ничего не завоевал. И в итоге Россия осталась без боксера на Олимпиаде в Лондоне в 2012 году. Весе 75 килограмм. А потом что? Потом Дима ушел в 81, потому что ему было крайне сложно этот вес удерживать в 75. Он, кстати, супер выносливый. Я помню, что когда был кубок губернатора в Санкт-Петербурге, это был 2009 год, да, и он там выиграл, и международником стал, мне кажется, именно вот после этого, или он уже был, но не суть. У него были такие, вот, такие талончики на еду в кафешку, в столовку. Я, разумеется, как всегда, не смотрела его бой, ждала его там рядом. Это было как бы лето, ждала его около арены. То есть это он сразу сказал, что ты мои бои не смотришь? Он сказал это в 2008 году, когда он поехал в третий раз на первенство мира. А он, получается, уже был двукратным чемпионом первенства мира. И там это было в Мексике, он стал третьим. Я смотрела эту трансляцию, по-моему, с его мамой у них дома, и он проиграл, стал вот третьим в итоге. Сипор сказал, ты больше бои не смотришь. То есть... А маме запрещал смотреть бои? И маме тоже, но она поглядывала. Она не так суверна, как я, и
То есть он почему-то считал, что как бы главные женщины в его жизни, жена и мать, не должны смотреть бои. Но мама все равно нажала это правило, и он про это знал. Но он говорит, а ты же не смотришь? Я правда не смотрела. В повторе смотрела миллионы раз. Но сейчас смотрю. А как, например, он реагировал? Ну, это же на самом деле по-человечески обидно и несправедливо. Вот ты выиграл, ты должен поехать на Европу или на мир, а берут того, тот, кто тебе проиграл, едет. Плохо. Плохо, но он говорил так. То есть не возникало желания, да ну его нахрен этот бокс, все равно эти твари меня засуживают, поджимают. Слушай, вот один раз возникало, ну не то, чтобы прям такое желание, там было, знаешь как, вот когда он уже на России, а, кстати, давай я скажу про вот с едой то, что было, то, что он талончики эти, такой, идем поедим, вот он выиграл, идем поедим, и подходит там к персоналу, говорит, а где столовка? Он такой, Дим, что, неделю не ел? Он реально неделю не ел. Yeah. То есть так, такой он выносливый, такой сильный у меня соперник сейчас, потому что он очень выносливый, и мы с ним пошли и наелись в этой столовой, наконец. Он что-то там ел за неделю, но в столовую он не ходил. Он ел какую-то ограниченную, не знаю, то, что он ел, но он почти не ел и почти не пил. И вот когда он ушел уже 81 килограмм, уже, вот там был уже такой устоявшийся Никита Иванов. Дима его выиграл дважды, но что, ни на Европу, ни на мир не поехал. Вот такая история. А Никита поехал на мир и там проиграл, и опять мы без места. Вот, ты меня о чем спросил? Я спросил, не было ли вот когда такое происходит, он выигрывает, вот. А его никуда не берут, там желание бросить этот бокс. Ну, было, но было не такое. Сергей Ковалев, он же рассказывал, что у него в один такой, когда его в очередной раз куда-то не взяли, он хотел, ну его нафиг, пойду я лучше автослесарь. Да, было, но у Димы нужно понимать, что сначала у него же была смена вот тренера в такое трудное время. Вот я это время очень хорошо помню, он тогда был просто морально убит. То есть это 2008, 2009, 2010 год, он был просто, это был Дима, вы даже не поверите, что он, те, кто знают его только как вот сейчас, такого крутого и хладнокровного человека, он страдал страшно. То есть когда он стал на России, в Питере третьим, это 2000, по-моему, 10-й год, была по мужикам Россия в Питере, и он тогда писал мне сообщение, я прям помню, он стал третьим, он писал, Катя, прости, вот даже хочется плакать, это был тот классный Дима, которого я любила, прям вспомнила, я прям помню, я тогда шла к метро в Чернышевской, ждала, что там, потому что я не смотрела, разумеется, он писал мне, я проиграл, третьим стал, я проиграл, я вас всех подвел, я подвел тебя, я подвел отца, в общем, да, он страдал, страшно страдал, если честно. А но, вы жили у метро Чернышевская? Мы жили у моей мамы, да, там прям рядом, да, в большой квартире, мы 5 лет, то есть мы стали, конечно, друг у друга ночевать достаточно рано, но как раз-таки вот в то время, когда он проиграл вот эту Россию, вот с того момента мы прожили безвылазно там 5 лет. То есть я уже съехала в нашу первую однокомнатную квартиру далеко на окраине, уже глубоко беременная, буквально за 2 недели до родов нашего первого сына. Мы 5 лет прожили в моей детской комнате. Ну, у меня у мамы большая квартира, вот, мы прожили там, да, 5 лет целых. Он страдал страшно, он страдал, он мучился, что он подвел всех, но я ему говорила, Дима, потерпи, и его отец. Мы тогда очень близки были с его отцом, мы с его отцом по 3 часа разговаривали по телефону, могли обсуждать бокс, я очень хорошо стала разбираться в боксе, знала кто что как, кто что ест, кто что делает, кто козел, кто не козел. Вот, и тогда, конечно же, мы были очень близки, вот этот Team Bival у истоков, когда она даже не называлась Team Bival. А его отец и я, конечно же, помогали безумно, потому что и со мной тоже они вели беседы из серии «Катя, он должен ложиться спать вовремя, ты ответственна». Я думаю, поэтому я очень... То есть даже в состоянии стресса он не нарушал режим? То есть не было желания там чуть-чуть выпить, ну, расслабиться? Нет, ну 19 лет было, ну и то. Ну потом уже, когда он был в профи, он был железным человеком. И когда вот, я на самом деле могу сказать, что в принципе он был... дисциплинирован, но, разумеется, мы ходили в клубы, что скрывать. Но, конечно же, это становилось меньше и меньше, особенно когда его не взяли, когда он стал сборной вот третьим, даже не третьим, знаешь, как было? Там, да, там же, получается, 4 призовых места, 2 третьих, да, второе, да. Первое. И еще есть 5-й. Вот он был как бы 5-м, он был бы 4-м в первый раз.
И ему зарплату не... А, и третьему, кстати, был, ему зарплату не дали, потому что вроде бы одному вот третьему дают, а одному вот третьему нет. То есть там есть зарплата... Если третий из Московской области, то дают, да? Ну, там, да, 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 да. Но фишка в том, что там была помощь как бы и от сборной же, как бы от страны, и есть еще от города. Вот от сборной ему не дали. И когда он получал по 30 тысяч рублей, а до этого он был успешным в юношах, да, в юниорах, в юношах, я вот это не очень помню, как правильно сначала были юноши, или вот юниор, там он получал там по 120 тысяч, например, в месяц, будущий чемпион первенства, да, мира. А тут ему почти 20 лет, а у него есть девушка, ну и тогда была, и тут он живет у меня дома, потому что он тупо не может снять вот квартиру, он снимает квартиру, его спонсор снимает квартиру его родителям, потом этот спонсор от него уходит, уходит Исаев, и Дима оказывается, простите, в полной жопе, и я его кормила, почему все про это забыли? Моя мама нас кормила много лет. И мы ели из ее холодильника эти, и так далее, много-много лет. Не, а твоя мама состоятельная была, да? Ну, я вообще родилась, ну, как сказать, я выросла в обеспеченной семье. Папа сильно вот поднялся, потом все потерял, но моя мама живет сейчас в огромной квартире 200 метров. И мы там и жили, и шиковали, там камин, и Дима звал туда друзей. То есть он там жил как у себя дома, у него были ключи. Он в прекрасных отношениях был с моей мамой. А так как мои родители не жили вместе, еще были женаты, но вместе не жили. Моя сестра училась в Лондоне. Моя мама очень часто уезжала. А мы жили, то есть, вдвоем в 205 метров в центре города, с лепниной. Звали друзей, тусили на Новый год. То есть, он там себя чувствовал абсолютно вот комфортно. И, кстати, когда я про это не думала, но сейчас я могу сказать, что он жил у моей мамы и во многом жил за ее счет. И никто ни разу его не упрекнул. Зато сейчас мне говорят, ты не работала. Херли, он 5 лет жил бесплатно в центре города, не платя даже за коммуналку. Я просто сейчас знаю, когда я осталась в большой квартире, хотя меньше, чем у моей мамы, после развода также в районе этого метро, потому что Дима мечтал вернуться в этот район, в мой. И в итоге купили мы там с ним вот квартиру после боя с Джо Смитом в 2019 году. Она осталась в нем и моим детям. А в любителях вообще, вот если, допустим, боксер, вот он, у него любительская карьера, вот он, ну, такой успешный достаточно, можно жить на эту зарплату, которую платит федерация или город? Можно, можно. Сейчас особенно можно, насколько я знаю, потому что именно с 2013-2014 года наша питерская сборная стала поддерживаться. На них нет, на эти деньги жить можно, это разумеется, не профи-бокс, но это нормальные деньги, да. Все-таки наша страна, ну, тогда поддерживала спорт. Если ты выигрывал мир или Европу, у тебя весь год следующие были бонусы, были премии. То есть, да, это адекватные деньги были, на них можно было жить, правда. А если, допустим, боксер-любитель, ну вот он больше не может выступать, там травму получил, допустим, ну, или еще что? До свидания, это же спорт. Все как бы, федерация не предлагает ничего там. Ну, я не знала, я не была в такой ситуации. Я думаю, что если ты там какой-то заслуженный, там будет какая-нибудь пенсия тебе, а если ты там в 20 лет сошел с дистанции, как 95% спортсменов, то ничего не будет. Это же жестокий спорт, это жестокая профессия. Ну, это жестокий мир, я бы так сказал. Да, жестокий мир, вообще весь спортивный мир, он жестокий. Сегодня ты первый, а завтра тебя забыли. Если ты с травмой, ну вот, до свидания. Лесгоп же говорил, что молодых людей надо беречь от алкоголя, азартных игр и занятий спортом. Ну да, и в этом есть что-то такое, да. А он, да. Не зря же его именем назвали Институт физкультуры. Да, он разбирался в вопросе. Да, я очень много делала рефератов за Диму туда, писала. Сама училась на журфаке и делала ему дипломные работы, и курсовые писала. То есть я закончила два универа. По факту у тебя два образования. Да, да. А он не делал почему? У него не было времени? Да, у него не было времени. Ну, может, и желания особого. Ну, и для меня состряпать ему вот реферат... Ну, на экзамены же он ходил, он же их как-то... Ходил, конечно. Ну, конечно, нет. Я не говорю, что там ничего не делал, но я много что делала за него. Не было времени, да, и я-то могла одновременно сидеть на своей паре в СПБГУ и быстренько ему... Так я умела как бы с текстом работать. Ты же... Я делала кучу рефератов там, в школе, медаль, там, я такая... Для меня я могла это делать за полчаса. Он бы это делал за 2 часа, гораздо хуже. Смысл? Я ему помогала, и потом мы шли отдыхать вместе, есть суши, а не делать домашку. Понял.
А в какой момент пришло понимание, что лучше продолжить карьеру в профессионалах? Оно долго зрело или сразу вот так вот? Да как-то резко. Это все, конечно же, Геннадий Юрьевич Машьянов, его тренер, он ушел, то есть от Димы ушел Исаев, там была некрасивая история. Это был, честно, 2000... Это Исаев ушел от Димы? Ну, это Исаев ушел от Димы, это правда. И вообще он даже не... Ну, это правда, то есть я в этом плане сейчас Диму защищу. Он сказал, ты отработанный материал. Потому что Дима не мог перейти, то есть этот этап очень сложный для боксера. То есть ты такой звезда в юношеском боксе. Потом 18 лет ты в мужской сборной, там можно быть до 32 или 34 лет. И он тогда не мог все время выиграть этого Макса, как же его зовут, два раза ему проигрывал по очкам. То есть ты выходишь 18-летний с одной психикой, да, вообще с одной физикой, психикой, а против тебя 26-летний мужик, у которого там два ребенка, блин, жена. И очень многие боксеры сыпятся, и потом уже сделали эту сборную 19-22 года, чтобы не терять вот этих подающих вот надежды юношей, юниоров, да, вот. А Дима не мог перейти. Сначала он стал на России четвертым, потом третьим, потом вторым, потом два раза первым. Этот этап был, это было, наверное, самое сложное время вообще в его жизни. 18 и 19 лет. И тогда Исаев сказал ему, он уехал в Гесепуск и сказал даже не ему, почему-то ему не хватило смелости сказать это в лицо нам. При этом я с ним очень много общалась. То есть, даже был такой момент, когда он пытался спихнуть вину на меня. Ну, типа, вот, Дима слишком влюблен. Он сказал, Дима отработанный материал. Это правда. И он уехал просто. И сказал, ну, вот, тренируйся с моим сыном, с Тимуром Исаевым, который я тоже хорошо знала. И тут Диму подобрал Геннадий Юрьевич Машьянов. Он был главным тренером сборной Питера. И Дима как-то такой, ну, вот, он пару раз до этого его держал на лапах. Он был не согласен с боксом Исаева. На челноке, вот это, типа, это все фигня. Исаев все-таки яркая личность в боксе был, да, вот яркая личность а в боксе. А сейчас, как бы, как ты, ну вот, допустим, они не общались после того, как у него уже пошла карьера, впрочем. Ну, ты же знаешь, что Исаев умер несколько лет назад, да, ты в курсе? Ну, нет. Да, он умер лет 5 назад, да, у него был рак, и Дима к нему приехал, я ему говорила... Дима, приедь, и вот он когда, они не общались, но понимаешь, как вышло, когда Дима стал достигать высот, уже даже в любителях он стал первым дважды, уже тогда, конечно же, как-то Исаев активизировался, ну, типа, что я Бивола воспитал, ну, он, конечно же, его тоже воспитал, но по-человечески поступил с ним некрасиво. Ну, можно сказать, предал, да, если мы громкими предал, словами. Предал, будем. Предал Диму, но Дима сам предал, то есть Диму предавали, а он предал меня в итоге. То есть жизнь такая странная штука. Но Дима с ним попрощался. То есть когда он заболел, он к нему приехал, поговорил с ним. И когда уже его жена сказала, что уже совсем все плохо, потому что Исаев отказывался от лечения. Он не хотел быть обузой, может быть, не знаю. И Дима такой, блин, ехать, не ехать? Я говорю, ну, я говорю, конечно, едь. Он поехал, и даже мне кажется, он плакал, если честно, Дима. Такая, даже сейчас хочется плакать опять, ну, потому что он попрощался со своим, как бы, тренером, и как бы он не мог не попрощаться, несмотря ни на что. Вот, и он поехал уже к умирающему Исаеву, Николаю Исаеву, и вот попрощался с ним. Почему-то стало грустно, ну, да. Ну, грустно, да, ну, как бы. Это естественный ход вещей, ничего с этим да, не сделаешь. Да, да, да. Но я рада, что ему хватило и благородства, да, и мудрости прощаться с тренером, который повлиял на его. Ну, это поступок сильного человека. Да, это красивый поступок, и я рада, что Дима на него был в то время способен. Я ну, думаю, что... Под твоим влиянием это... все-таки, да? Ну, не то, что он как бы сомневался, ну, я думаю, он бы так поехал, но Дима... был склонен задавать вопросы, мы были очень близки, и он такой, ехать же, типа, я говорю, конечно, ну, я не то, что он там, я не поеду, Исаев плохой, нет, он такой, надо же ехать, да, ведь надо, я говорю, да, конечно, давай, едь, едь, и буквально через там 2-3 дня он умер, то есть,
Я говорю, конечно, нужно попрощаться. То есть я просто подтолкнула Диму в его правильном человеческом решении. Я думаю, эта встреча была важна для них обоих очень сильно. Угу. А Машьянов, вот он, когда... Это же его была идея, да, чтобы Дмитрий перешел в профессионал? Да, всецело его. Я не хотела. Я хотела Олимпийские игры, я хотела себе татуировку на руке, Олимпийские игры. И даже тогда Диму не взяли на мир, мужа были женаты, это 2013 год, вот в сентябре, в октябре мир, опять его не берут, опять тащат вот Никиту, Никита проигрывает, потом у Никиты Иванова допинг-скандал, господи боже мой, и Диму не берут, короче, опять на мир, и вот наступает 2014 год, я уже беременная, Дима опять становится первым, побеждает Никиту Иванова. Это август. Мы пищим от счастья, но Юрич уже до этого. Нам нужно уходить. Даже если ты, Дима, отберешься на Олимпиаду, все равно осталось там 2 года. Тебя могут засудить, протолкнуть того же самого, как бы, и Иванова вот Никиту. Ты не поедешь туда. Хорошо, ты поедешь туда. Могут засудить тебя там. Это же очень частая тема. Хорошо, Дима, даже если ты будешь первым, ты получишь там 5 миллионов рублей и квартиру. В профи ты можешь сделать больше. То есть там был такой... А, было 2 аспекта. Первый – это деньги. Второй – ты продлишь свою карьеру. Потому что очень важно уходить в профи в молодом возрасте. То есть не когда ты там, тебе 28, и ты все уже достиг сборной, и ты такой, о, приветики. Нет, ты уже старик. Это уже как бы у тебя мало времени на раскрутку, на раскачку. Дима ушел на подъеме в 20, почти в 24 уже полных. И он был на подъеме в любителях. И, конечно же, он бы остался на год, на 2. Наверняка он бы там, может быть, мир бы выиграл, да? Но это было несравнимо. То есть было 2 аспекта. Деньги и продлить карьеру, продлить свою боксерскую жизнь. И вот в итоге Дима тоже вот сомневался. Конечно же, на него полетели камни, типа, как ты мог. Особенно тогда началась поддержка в питерской сборной. Пришли, наконец-то, деньги. Но мы и то их не почувствовали, потому что ему... Я перебью тебя. Вот я вспомню, когда был такой Матвей Коробов, может быть. Ты да, сам... прекрасно знаю его ситуацию, да. Да, вот он когда он уходил, даже по радио говорили в таком плане, что типа вот он предал, так сказать, страну, да. За большим долларом поехал в США. Да, и в итоге в профи ничего не удалось. То есть... Он что, до вас, он все родине отдал, все, что мог. Он был 2-кратным чемпионом. Вы что, хотите, чтобы он уродовался там за копейки до пенсии? Да, да. Знаете, но видите, сколько у Матвея это вышло, что он в итоге в профи-то не достиг? Ну, не достиг, но он хотя бы попытался. Это лучше, чем попытался, да, но не получилось, да. Чем думать, а что было бы, если бы я? А да, вдруг? Но ты же понимаешь, что все-таки до сих пор такое есть. Это сейчас, благо... То есть, на самом деле, несколько лет Диму недолюбливала федерация наша местная. На самом деле, только после победы... Я так понимаю, сейчас им пришлось Канелло, полюбить. После победы над Канелло они впервые его встретили. А при этом Дима уже почти 5 лет был чемпионом мира. Представляешь, насколько сильно его недолюбливали, что его никто не встречал, только я. Какие-то вот журналисты, которые выходили на меня, потому что он нигде, конечно же, там в Инстаграме никому не отвечал. Я говорила, да, можете приехать, там в такое-то время, а Дима прилетает. И только после боя с Канелло все стали ему рукоплескать, ты наш великий. А он-то был великим уже, на самом деле. Просто только я и его окружение это знало, его отец. Вот, да, сейчас, конечно же, они его поддерживают и любят. И даже ставки делали на бой с Канелло, что он выиграет. Но все-таки нужно понимать, он ушел в 2014 году в профи, а стали ему все аплодировать в 2022. Нифига себе, 8 лет. Только я примерно понимаю человеческую психологию, когда, если он проиграет, эти федерации в Санкт-Петербургской будут радоваться больше всех. Почему-то у меня такое подозрение. Может быть, сейчас нет, но недоброжелатели есть. Да, но я надеюсь и верю, что все-таки Дима не проиграет бой. Ну, тут как бы, конечно, ринг покажет. Но мы опять немножко, да, забегаем вперед. Да, да, мы все не можем, мы все, да, вперед. Да. Ну, вот он перешел в профи. Ваша жизнь сильно поменялась? Да, очень сильно. Да?
Ну, то есть мы жили как? Мы жили так, что я не могла купить себе в беременность куртку для вот беременных зимой. Я носила мамину куртку, и мы жили еще там. Мы только въехали в новую квартиру, в ипотеку, однушку, Пулковское шоссе. И вот я вот через неделю я рожаю, он подписывает этот профи, и, конечно же, приходят первые деньги чистыми. Чистыми это было после уплаты налога, денег менеджеру, денег тренеру 2 миллиона рублей. Ты представляешь? У тебя там что, кирпичи? Полмиллиона наличкой. Так держать. Это в каком году? В 14-м? В 14-м году. Это в конец 14-го. Приличные деньги весьма. Конец 14-го года. Я только родила, конечно же, мы... Я помню, мы с ним пришли, у нас квартира была крошечная, и там было зеркало маленькое такое. Я когда мы с ним поехали в галерею, вот у нас эти деньги, мы там на ипотеку кинули сразу. Что-то там купили еще. Он такой, поехали, приоденемся. А у меня реально одежды просто ноль, там столько затасканная. И я захожу в примерочную, мы так с ним ржали. Он потом эту историю как бы рассказывал очень много раз. Мы заходим наконец-то в примерочную, где зеркало во весь рост. И я вижу себя не вот в такое маленькое зеркальце в своей квартире, да? Я такая, боже мой, а у меня, конечно, такая там стоптанная обувь. Я была из обеспеченной семьи, но папа тоже там разорился, и я уже, в принципе, жила уже с мужем как бы год, ну, как бы сама себя обеспечивая, и так мы жили у моей мамы, и так, в принципе, да. И я говорю, Дима, блин, я, мне такие, ты знаешь, затасканные джинсы, я расплакалась. И он такой, Кать, я прям на него такая, блин, это я так выглядела все эти месяцы. И мы хохотали, и плакала я, потому что я еще только родила, у меня там и гормоны, и так далее. И мне нужна как бы новая одежда. Конечно, я была уже стройная, но тем не менее, как бы, я там год себе не покупала одежды, как бы, нормально, потому что мы делали вот ремонт. И я прям расплакалась. Он эту историю рассказывал еще недавно, друзья, потому что было реально, это было и смешно, и грустно. А еще была другая история, расскажу ее. Он ее рассказывал последний раз в Америке после боя с Рамиросом, 22-й год, конец. Он же ездил на Олимпиаду 2012 в Лондон спарринг-партнером для, получается, Битера вроде бы тоже. Вот. И у них были длинные сборы в Чехове, а потом они уезжали в Лондон. И он говорит мне, давай в Москву приезжай на денек, хоть увидимся. На денек, на два, просто увидеться, потому что иначе мы не увидимся там 2,5 месяца. Я приезжаю к друзьям, у них остановилась. И вот он такой, значит, одну ночь мы приночуем с тобой в отеле. Снимает отель в Москве, я прям помню, стоит 3500. Нам говорят на вот ресепшене, 3500, но за 3000 можно без окна. И он эту историю рассказывал, мы вдвоем нашим друзьям. Мы катались по полу, вспоминая эту историю, мы уже такие на Ролексах, там, на Луи Виттоне, мы катались по полу, потому что он только говорит, Кать, ну зачем нам окно? Мы поняли как бы ценность окна, потому что мы там с ним пообнимались, поцеловались, нужно спать, а мы задыхаемся буквально, и мы, это была не ночь вот любви, это была ночь, когда мы задыхались и спали с открытой дверью. Потому что мы задыхались, мы поняли, что эти 500 рублей, я такой, ё-моё, потому что нам нечем было дышать, там такая маленькая коморка, еще это Москва, сам понимаешь. Это была история на века, это просто невероятно, что эти 500 рублей, при этом у нас как бы были деньги, да, но мы были в том состоянии, что как бы лучше эти деньги, мы там стейк съедим. Им просто мы ржали невероятно. Но в итоге спали с открытой дверью. Это была ужасная ночь, когда мы задыхались. Никакой вот романтики. Мы просто всю ночь мучились от того, что нам просто жарко. Ну, жизнь дала хороший урок. Не надо экономить на окнах, да? Да, теперь точно нет. Вот, так что да, жизнь, наша жизнь в профи изменилась сразу, резко, моментально. Да. Ну, я так понял, что она по деньгам сразу изменилась, а там в каких-то бытовых аспектах. Ну, все постепенно стало так, что все было вокруг Димы, то есть подбиралось все под него. Это, мы поняли еще такую вещь, что настоящий-то бокс, это вот не олимпийский бокс, а профессиональный. Что все подбирается под спортсмена, его рацион, потому что, например, там мы узнали в профи-боксе, что нельзя есть молочку, оказывается. И Дима там месяцами ее не ел в подготовке к бою. То есть все стало выверяться под него. Он сдавал кровь, измеряли там сердце. То есть все вышло на такой серьезный уровень вообще. И в плане медицины, и в плане всего.
нужно выбирать одежду, нужно шить одежду. Вначале мы делали не те вещи, то есть я нашла ему дизайнера одежды для ринга. А что ты имеешь в виду, шить одежду? Зачем? Ну, для выхода в ринг нужна своя одежда. Понял. Я думал, может, так просто ходить, чтобы лучше там мышцы, может быть, отписали. Потом у нас уже был мерч, свой, но это уже было позже. А так, как бы, как писать имя, Бивол, как-то этот шрифт или другой. Вначале у нас были, он выходил в костюмах, ну, они были жуткие в ринг. Мы учились вместе, и наш дизайнер, которого я ему нашла, Нина, она до сих пор ему шьет. Вот у истоков. Сначала она вообще изначально шила женские платья и свадебные платья. И на самом деле эти вот халаты были не то. Но быстро мы учились, и она училась вместе с нами, и потом уже были и шипы, и бархат, и все что угодно. Сейчас она шьет супер вещи для него. Но мы всему учились постепенно, выбирали ткани. Мы ездили, тут у меня вот ребенок в слинге, старший наш сын, и мы, Дима приезжает с боя, а нам нужно уже готовиться к следующему, нужно шить одежду, все это делать, и мы бегали вместе, все это делали, часто делали не то, потому что учились, но... А нельзя, например, выйти в одной и той же одежде на несколько боев? Ну, можно, но мы же элита, мы хотели быть элитами. Нельзя, для нас нельзя. Нет, на это я почти не могу. Это какое-то общее правило, да? Ну, это же шоу, но, конечно, кто-то так делает, но мы сразу мечтали о великом, и для нас даже такого не стояло вопроса. Ты даже не представляешь, сколько трудов мне стоило доставить форму на бой Канело Бивол. Я подняла на уши пол Инстаграма, половину знакомых. Эта форма шилась еще в процессе. Мы же не знали, что такая ситуация случится и в мире, и то, что он улетит раньше времени. Я забрала эту форму, я нашла через знакомых. Девочка знакомая моего знакомого ехала на автобусе через Эстонию в Нью-Йорк. Потом она летела в Лос-Анджелес, потом она летела в Вегас и передавала там менеджеру Димы Корнилову. Вадиму эту форму. Это разговор о том, что делала я. Я, блин, поднимала столько людей, чтобы эта форма в разгар событий этих военных пришла к нему. Вы даже не представляете, сколько я парилась, сидела с телефоном, к ней ездила, чтобы это просто была жесть. Я столько всего делала для Team Bivol. Конечно же, можно сказать, да пофиг на Катю. Мы бы там шили другую форму. Шили, но это была бы форма не от Нины. Не от того человека, кто с ним 8 лет шил ему форму. А перед кем? Ну вот понятно, что Канело это Канело, но там был же еще ряд других таких достаточно, может, не таких известных, но опасных оппонентов. Баррера изменила нашу жизнь тоже. Баррера и Джо Смит. Он нервничал перед боями? Там сильнее, слабее или как? Или у него всегда одно и то же психологическое состояние? Ну, я думаю, что он нервничал, конечно же, больше где-то, но Дима из тех людей, которые всегда нервничают, понимая, что если ты не будешь нервничать, разумеется, ты проиграешь даже слабому сопернику. Ты должен... То есть у Димы был такой этап, кстати, в любителях, когда он переходил из юношей, да, в взрослый бокс. Почему он проиграл вот тогда, когда был на первенстве мира, на третьем своем, и стал там третьим? Почему он запретил? Он сказал, я выходил в ринг, и мне было пофиг. Его просто, честно, его задрючил Исаев, реально, он ему спуску не давал, он его реально задрючил. И Дима был реально уставший. И он реально, он говорит, я вышел, мне было вообще пофиг. Ну, то есть он перегорел, пофиг, можно сказать. Перегорел, да. Ага. А с кем из вот его оппонентов он меньше всего хотел драться? А не было такого, он всегда был готов на все. А с кем абсолютно он хотел? Ну, понятно, что с Канело. А кроме Канело? С Баррера очень сильно хотел. Да? Да. Это же, по-моему, у него был последний нокаут в 2018 году. Только вот. Да, но сейчас же у него тоже был нокаут с этим, да, с Зиданом. Но там все-таки оппонент не такого уровня. Конечно, Баррера мы ждали очень сильно. Почему? Потому что это обязательный претендент. Это Мэдисон. Дима же был в соглавном бою с Ковалевым. Вот. И это Мэдисон. Не стоит забывать. Да, это была не та арена, где боксировал Мухаммед Али, но тем не менее это Мэдисон. И Диме даже у меня хранится эта открытка, где ему написали в день боя, что вот Дмитрий, желаем тебе удачи, твои друзья с Мэдисон. Мурашки, это просто, это вау. Баррера мы очень ждали, но он был президентом обязательно, они бы по-любому встретились, но
Барреро мы боялись все, и Дима там получил как бы серьезное рассечение. Был огромный шанс, если бы не Катмен, Дмитрий Лучников, большое ему спасибо, я тогда ему сказала, мы с ним были на связи, я говорю, Господи, спасибо тебе. Было огромное шишкое рассечение, если бы Дмитрий Лучников был бы не профи, бой был бы остановлен, и мы бы потеряли титул просто ввиду технической... Остановки. Да, остановки боя. Просто этот бой спас Дима и Лучников, это было на грани. Дима приехал вот с такой фигней. А вот там же какое-то время говорили, что возможно, мог бы быть бой Бивол-Ковалев. Да, мы очень расстроились, что его не было, очень сильно. Потому что при всем уважении Дима бы выиграл 100%, мы уверены в этом были, и объединил бы пояса. А не была бы такая ситуация, как сейчас, что он великий, но с одним поясом, понимаешь, да? А почему бой не состоялся, как ты думаешь? Да, потому что они тянули и тянули, хотели подогреть интерес. А Ковалев взял и проиграл все, понимаешь? Вот жалко, если бы он не проиграл, был бы бой. Они хотели подогреть, ну, может, еще рано, Бивол не такой известный. Вот нельзя в боксе этого делать. Ну, вот есть бой, ну, делайте его. Дима бы выиграл бы его 100%. И был бы классный бой, и сейчас бы была бы другая ситуация, да, у него были бы эти титулы, а не у Петербиева, но уже что есть, то есть. Мы были очень расстроены, этого боя мы ждали очень сильно. Да, это был бы интересный бой, конечно. Очень, это был бы очень интересный бой, реально, вот прям жалко, и тогда у Ковалева были еще силы, да, он был все-таки еще таким мощным. И я думаю, что я уверена, что Дима бы выиграл, но я уверена, что и Ковалев бы дал бы отпор, это был бы классный конкурентный бой. А вы знакомы с Ковалевым вообще? Ну, я лично не знакома, нет. Но я смотрю страничку его жены, вот я почему-то люблю смотреть на жен. Вот на его жену смотрю и на Катю Усик, да, Екатерину Усик, и на вот Наталью, жену Сергея. Мне нравятся эти женщины, не знаю, мне приятно. Я не подписана, потому что, типа, я крутая, но мне они приятны очень. Они такие разные, да, у них разные судьбы у их мужей, но мне вот эти две женщины из бокса приятны. Вот. Я за ними так иногда слежу там. Вот. Понятно. Ну, а вот был бой с Ковалевым, а потом был бой с Рамиросом. Как у Дмитрия было психологическое состояние перед боем с Рамиросом? Ну, подожди, после... Ты, наверное, его с Джо Смитом путаешь? Нет, Джо Смит, понятно, Гильберто Рамирес. Гильберто, но это было уже после Канело. Да, после Канело. То есть... Ну, тогда у нас уже отношения по швам были, потому что он оставил нас жить в Америке, привез нас жить в Штаты на год. То есть после боя с Канело он сказал, все, мы давно хотели уехать в Штаты, пожить, как бы не с концами, а пожить. Все, мы уезжаем на год, у меня там в ноябре будет бой, вот я приезжаю. Благо, я знаю английский очень хорошо. У меня тут хоккей у сына, школа, блин, эти прививки, я в ахере полном. Он говорит, слушай, бой, походу, будет у арабов. Впервые же было. Я уеду на месяц в Кыргызстан и вернусь. Он не вернулся. Я страдала страшно, я патриотка дикая. Мне было очень тяжело, я полгода безвылазно прожила в Штатах. Нужно понимать, что у меня не было опыта жизни за границей так долго. Я жила месяц в Штатах, несколько раз. Была в Великобритании месяц, когда учила английский, там, в подростковом возрасте. Но это совершенно другое. И тут я осталась без мужа. И вот это одна из причин нашего развода, это бой с Канело и вот эта последующая жизнь в Америке. Потому что Дима, при всем том, что он считает, что он человек мира, но это не так, он ни разу нигде не жил полгода. Не было ни разу, чтобы он не увидел своего отца полгода. Все-таки. А это был огромный срок. Мои дети забывали русский. И я рыдала первые два месяца вообще безвылазно. Я ездила только за продуктами и на заправку. А потом, когда я немножко очухалась и поняла, что мне нужно полюбить этот город, Лос-Анджелес, иначе я тут сойду с ума. Это также было с боксом. Я понимала где-то лет 18, что если я не полюблю бокс, то я с Димой не смогу жить, потому что это абсолютно семейка фанатиков. Они, могу сказать сейчас, это нездорово. Они абсолютно больные по боксу. Они абсолютные психи в этом плане. Это нездорово. Его отец
постоянно вел с ним беседы. Это очень здоровая атмосфера. Возможно, именно вот эта одержимость боксом и привела его. Да, ты понимаешь, что я отличница по жизни, очень. Это передалось и мне. Так я за бокс тряслась, как я не знаю, за что. Это ненормально. Это ненормально. То есть сейчас уже, конечно же, не совсем так, но вот, например, я тебе скажу, пока я не родила второго ребенка, то есть это долго такое время, первые, сколько мы прожили вместе, получается, 16 лет, знакомы мы уже 17, Дима, это 16 лет, из этих лет первые 12, и это просто, это семейка фанатиков, его отец, и он, и я, а я еще такая из серии, да, я могу быть виновата в его карьере. Для меня чувство вины, вот я психологом разбирала, что на меня и вешали чувство вины. Я за бокс, я не садилась за руль в день боя, чтобы, не дай бог, я не попала в аварию, он об этом не узнал. Я лежала с температурой под 40, он мне говорит, Катя, у вас все окей? Да, все окей, потому что бой будет, не дай бог, это ненормально. Поэтому Дима абсолютно забил на меня и на все, потому что Катя, это же лошадь, она все может сама и с температурой, и полы помоет, блин, и в Америку едет. Я первые 3 месяца рыдала, просто рыдала. Детей в школу и рыдать. В обычную, публичную, в паблик школу, да, в общественную школу. У старшего вечные драки. То с египтянином, то с украинцем. Это была жесть. Мне вечные мейлы от учителей. Вечные защиты моих детей. Слава богу, я знаю английский. Когда я впервые поехала и купила себе просто вещей, я вспомнила, что все-таки я жена долларового миллионера. Мне заблокировали карту, потому что странная активность. Тут Катя Бивол наконец-то не заправку, не на заправке и не с продуктами. Она купила себе, блин, джинсы и сумку. Ё-моё, что случилось с ее картой? Вот, поэтому с Рамиресом, это был сложный бой, я думаю, он готовился сильно, но было уже такое, я непобедим. Но он тогда, мы тогда с ним очень уже, все, у нас уже отношения, все, рушилось. Тогда, я уверена, он познакомился с арабкой, потому что он очень много месяцев там провел. И стал после этого, то есть, знаешь, была такая странная ситуация, у него были билеты, он должен был приехать после боя, и он не приехал, он позвонил, придумал тупую причину и опоздал на 3 дня к нам. В Лос-Анджелес. Я тогда в это верила, сейчас я не верю. Я уверена, что он был с арабкой. Потому что это впервые за в то время 15 с половиной лет жизни он выдумал тупую причину и задержался, и не вернулся сразу после боя. Я ему теперь не верю. Потом поползли слухи. Вот, поэтому я не знаю, что там было перед Рамиресом. Он обвинял меня, что я, видите ли, офигевшая такая морда, сижу в Лос-Анджелесе и рыдаю, но я Россию люблю. Я Питер больше, вот, знаете все, я никогда не уеду из Питера. Я готова там была жить на 2 страны, но полгода. Я по Питеру сохла, я рыдала, я там слушала всякие песни. «Родина моя», так есть песня. «Грустно мне, грустно, а кто я без тебя? Ведь у нас с тобой чувства». Вот я эту песню слушала как и рыдала в своем Мерседесе, да. Рыдала в Мерседесе, и что? Ну что, я думаю, пришло время перейти к самому интересному. Давай. Ты как-то написала, что Дмитрия Бивола окружают только лжецы и подлецы. Давай чуть-чуть углубимся в эту тему. Вот Вадим Корнилов, его менеджер, он лжец или подлец? Он бизнесмен хороший. Ну это хорошо или плохо? Ну, для него хорошо, для менеджера. Ну ты считаешь его лжецом или подлецом? Я считаю, что он Диме не друг. Я думала какое-то время, что у них может быть более теплые отношения. Я хорошо знакома с Вадиком и с его родителями. Они же в Лос-Анджелесе живут. Я не буду ничего прям говорить как бы плохого, потому что я не знаю. То есть есть люди, про которых я точно знаю, как они влияли на Диму, на его мозг, как они про меня говорили гадости. Про Вадика, так сказать, не могу. Я в хороших отношениях с его женой. Я знаю его родителей, я была у них дома, мне воспитание просто не позволит. Если бы я знала, что он там про меня что-то говорил, да, там, или мне бы писал, там, как многие из этой шайки, то я бы могла сказать. Я считаю, он хороший бизнесмен, для которого Дима — это просто бизнес-проект. И я думаю, что... Давай скажем тогда так, что это симбиоз, да? То есть они помогают друг другу зарабатывать деньги. Да, да. И, например, если я какое-то время я думала, что, может быть, Вадик там
ближе нам, да, чем просто менеджер. Но я думаю, если бы он был бы, если бы он относился к Диме в большей степени или в равной степени, как и к человеку, и к боксеру, то он бы посоветовал ему не делать ту дичь, которую он сделал. Ну, то есть, понимаешь, а Вадик, он, я вижу, что он абсолютно, ну, они дают ему неправильные советы, понимаешь? То есть Дима сейчас сам себя как бы закапывает. Прошел год после нашего как бы разрыва, даже больше, и сейчас ситуация не в его пользу, потому что за этот год он натворил кучу глупостей. И мне очень жаль, что Вадик, который так близок ему, ну, в боксе он близок, он с ним на связи почти каждый день. Мне очень жаль, что Вадик не нашел правильных слов. Поэтому я бы сказала так, он... Я не скажу про него ничего плохого, но и хорошего тоже не скажу. Ну, то есть нейтрально? Да. Хорошо. Геннадий Машьянов, его тренер, он лжец или подлец? Он не лжец, потому что он очень любит деньги, он этого не скрывает. Он предатель. Для меня он меня предал. Я считаю его своим предателем. Я писала ему и просила помощи у него. Он не ответил мне. Ну так он же, собственно, он же, в общем-то, друг или, не знаю, наставник, в общем, близкий человек. Он второй отец. Он второй отец, я считаю, что меня предал. Я считаю, что для него Дима как сын. Понимаешь, это человек, который много лет... Когда ему нужно было выбирать между сыном и не сыном, он выбрал сына. А тут не было выбора, нужно было дать Диме время разобраться в своей семье. А Юрич говорил ему, что бокс это важнее. Ну, истоки-то, я уже тебе сказала, что бокс важнее всего. И нахер эту Катю, блин, проблемную. А я не проблемная, я офигенная. Кстати, Диме огромное спасибо. Он меня так закалил, что сейчас, почему такой, мне там пишут, да, как бы тоже я про это скажу, забегая вперед, но это важно. Это как бы ты там такая шлюха, да. Я просто мечта многих мужчин сейчас, потому что Бивол меня через такую мясорубку провел. Понимаешь, спасибо ему за это. И Машьянов тоже. Потому что они... Что-то с экраном, да? Сейчас, нет, это у меня просто телевизор включен, чтобы свет был. Просто, понимаешь, Машьянов, да, в чем он предатель? То, что когда нужно было Диме успокоиться и позаниматься своей семьей, а не ездить на вечные сборы. Потому что когда у нас начались прям проблемы в отношениях, когда мы уже полгода я прожила в Штатах, и мне Бивол что сказал? Все, короче, едем назад. Я говорю, почему, блин, я только привыкла. Еще 2 дня, и ты станешь налоговым резидентом. И есть такое правило в Штатах, как и везде. Да, у меня нет ни грин-карты, ничего. Но если я пробуду там 183 или 180, там 181 день или 183, я становлюсь налоговым резидентом. Так как я там не зарабатываю, он станет. И ему могут в банк сказать, твоя жена там жила, плати. А налог там огромный. То есть, и мы приезжаем в Питер, у нас все просто рушится. Я мужа за год видела 1 месяц. Это ненормально. Слушай, я понимаю, что я скажу, наверное, тебе неприятную вещь, но то, что ты рассказывала до этого, делает в моих глазах поведение Машьянова совершенно логичным. Ты же сказала, для него главное заработать деньги, а заработать деньги он сможет, когда Дима будет чемпионом. А на этот момент, раз у вас разлад в отношениях, значит, ты ему мешаешь. Он отвлекается, да. Значит, нужно ты тебя убрать. Абсолютно прав. И дальше ты абсолютно прав. Потому что, ну, как бы, Катя, да, ну, похер. То есть, они отдали в жертву семью. Потому что, еще раз тебе говорю, установки. У Юрича другие установки. Он моей сестре в Бишкеке рассказывал. Моя сестра там оказалась одновременно с ними, со всеми на мероприятии одном. Это было... 23-й год, вот начало, когда у нас уже все плохо, но мы как бы еще вместе, но уже все летит, он сказал, слушай, понимаешь, там, Лиля, мы одинокие волки. Ты выходишь в ринг, либо ты побеждаешь, либо ты умираешь. Это очень похоже на мысли Исаева. Нет бокса, нет нас. Это неправильно. Поэтому Дима, как бы он ни закончил свою вот, карьеру, выиграв Петербиво или проиграв, с деньгами или без, он зайдет в квартиру, где не будет его хорошей жены, которая с ним делила матрас. Кстати, мы спали на матрасе. Почему? Потому что у меня была маленькая вот кровать. Ну вот, и нам парень моей сестры, который сейчас уже много лет мой лучший друг. Он уже ее не парень давно, но мой лучший друг. И Дима с ним тоже до сих пор общается. Отдал нам свой матрас при переезде. Вот я начинала с ним на одном матрасе. На чужом. И он меня предал.
Почему? Ты абсолютно прав. Так же сказали мои родители. Катя мешает, уберем Катю. И не важно, что я его люблю, и не важно, что он любит меня. Все, что мешает боксу, будет в мясорубку эту отдано. Все? Все просто. То есть, как я понял по твоим словам, Геннадий Машьянов — это очень расчетливый человек с холодной головой, который знает, что с его точки зрения в жизни главные деньги, и он их зарабатывает. Но он не лжец, потому что он хороший психолог, говорит, исходя из своих слов. Очень хороший психолог. Очень. Для Димы, да, он плохой психолог в плане... Он, знаешь, он такой психолог, который делает плохо. Да, я уверена, что они тогда сказали, типа, да, что там Катя? Он сказал моей сестре, типа, Катю, типа, что Кате надо, еще у нее же деньги есть. Понимаешь, спасибо моим родителям, я росла не в бедности, и... Я люблю деньги, но не настолько. Да, то, что меня убрали, абсолютно, да. Это... И он поехал, вот меня убрали, уже убирали. Он поехал на сборы в Кыргызстан. И что он сделал? Он сломал там руку. Нахера вы так делаете? И в итоге он год не боксировал. Лучше бы это время он уделил на семью. Возможно, мы бы восстановились. Но, с другой стороны, я ни о чем не жалею. Я больше не, я не готова жить в Team Bival. Я никогда... И даже если он... Мне там пишут, он проиграет, он вернется. Я в это не верю. Я уверена, что его гордость ему не позволит. Но я никогда... Я уже не вписываюсь. Я уже слишком творческая для них. Я уже, понимаешь, с косами тут, с проколотыми, там, местами разными. Я уже настоящий такой творческий человек, которым я всегда и была. Хорошо. Ну, про Машьянова мы выяснили. Это со знаком минус. Дмитрий Кириллов. Он кто, лжец или подлец? Ну, он от меня отписался в Инстаграме. Я думаю, он подлец тогда. Да. А зачем он это сделал, как ты думаешь? Ну, потому что он в шоке Бивола. Бивол сказал, кстати, у меня есть брат, представляешь, у меня есть брат, мой двоюродный брат, который недавно приезжал в Питер. Так мой брат мне пишет, он не был подписан на Диму никогда, он лично с ним не знаком, он заблокирован в Инстаграме Димы. Дима всех заблочил. Зачем? Для чего? Непонятно мне. Ну, не знаю. Мне это кажется странным, но у всех свои представления. Это детское. Ну, просто Дима еще не вырос. Ему не, у него не было времени вырасти. Он же вечно на сборах мотался. Угу. Тем списывал, все отписались. Ну, я понял, да. А что скажешь про Сергея Кузьмина? Он офигенный мужик, и поэтому Дима с ним больше не общается. Да ладно, они же тренировались вместе практически больше, чем в жизни. Как сказал Дима, они спали вместе на санных матрасах. Так а почему? Из-за чего они не общаются? Потому что Шайка Бивола, там есть рядом очень многие коварные люди, которые очень долго подбирались к нему. Ну, это же очень круто везде ходить и говорить, что ты кум Бивола. Вот есть такие два человека, три круто, даже. Конечно. Да. Не знаю, если так, я... А как им мешал Сергей Кузьмин? А Сергей Кузьмин с ними не лазил, как и я. Почему? Потому что у всех нас есть свои там недостатки и плюсы, но я... С Кузьминым похоже в одном. Мы говорим все прямо. Мы не лицемеры. И Кузьмин, если кто-то реально урод, он так и скажет. Слышь, уродина, отвали. Вот. И он сказал этим псам Бивола. И они так-то подстроили, потому что Дима очень любит лезть. Лезть любит. И я общаюсь близко с женой Сергея, с Кристиной. И также родители Бивола отписались от Кристины и от Кузьмина. Хотя... Знают их много лет, много раз были на общих праздниках, да? Вот, то есть Дима играет в такие очень смешные игры, отписывается, вот. Вот, поэтому Кузьмин классный мужик. Недавно была очень плохая ситуация, и я узнала о ней, как бы, и хотела Диму предупредить. И не могла до него достучаться никак, он у меня в блоке, я у него тоже, мы только общаемся по мейлу. Я уже его как бы разблокировала везде, потому что я считаю, это неадекватно быть в блоке, когда вы воспитываете детей двоих. Конечно же, он детей не воспитывает, ему постоянно нет в стране, но тем не менее, вдруг что-то случится, ну как бы, знаешь, вдруг я тут умру, блин, ну вот реально, ну вот что со мной, вдруг у меня инфаркт будет, ну вот реально, а ты, блин, у тебя мать твоих детей в блоке, ну понимаешь? Вот. Ну, то есть мы уже, можно считать, мы тебя разоблачили. То есть ты говорила, что окружают только лжецы и подлецы, а в его окружении были и нормальные порядки. Ну, подожди, так были, так он их уже, он уже с ними не общается. Ну, сейчас, за последний год или как? И, ну, Кузьмина убрали. Я звонила недавно вот Кузе, говорю, Серега, позвони ему,
образуем. Это была одна ситуация, я говорю, предупреди его, но он совсем... Он говорит, Кать, я столько раз пытался это сделать, я за этот год столько раз ему говорил и про тебя. То есть сидит эта шайка шакалов и говорят, слушай, Дим, оставь ее там без всего. В Кыргызстане, возможно, это реально. Слава богу, я живу в России, и тут это невозможно. Да, все имущество делится пополам. И то мы разделили 20 на 80. То есть я-то еще осталась не с теми деньгами, которые должны были быть. Но кинь ее, она такая дура. И Кузьмин сел, говорил, Дима, очнись, очнись. Она с тобой 16 лет. Очнись, это единственное ценное, что у тебя есть. Очнись. Он не очнулся. И Кузьмин теперь в черном списке. И едут на сборы все, но не Кузьмин. Сейчас они на сборах. Как так? Как так? А едут все вот эти прилипал, Бикменов Руслан, блин. Алло, очнитесь. Киргизы эти, Алмаз, Скляров и Сергей. Просто, ну, я это скажу откровенно, да, я это им в лицо говорила. Конченые люди, просто шакалы. Они, я Диме пишу недавно, 2 недели назад, Дима, опомнись, тебя сажут. Я пишу бывшему свекру, я говорю, вы больные? Предупредите Диму, над ним нависла угроза определенная там. Он глух и слеп. И сказал мне Серега, Катя, он глух и слеп, я не буду даже ему звонить, потому что все. Он пока не прозреет, это просто стучаться в закрытую дверь.